Всем привет, дорогие подписчики! Тонкая пицца на слоеном бездрожжевом тесте. Я натерла копченую колбаску, вареную колбаску, сыр российский, сыр домашний и немножко творога размяла. Смазала тесто сливочным маслом. Положила на сухой противень, посыпанный мукой. Все сверху тесто посыпала содержимое. Это колбаса копченая, вареная, сыр. И запекла 30 минут при температуре 200 градусов в духовке. Получилась вот такая вкусная, хрустящая, тонкая пицца. Сейчас я разрежу, покажу вам. Она настолько тонкая, посмотрите только, просто блинчик, но такая вкусная, хрустящая. Особенно, мне кажется, дети это оценят. Сейчас я оценю кусочек. Посмотрите, какой он классный, тоненький. Донышко поджаристое. Вот такая тоненькая, притоненькая пицца. Сейчас я попробую. Угу. Завтрак утром с кофе просто великолепно. Завтра я как раз этой пиццей и буду завтракать. Рецепт напишу под видео. Вам советую повторить данный рецепт. Готовится очень быстро, вкусно. А вам спасибо за просмотры. Ставьте лайки, дизлайки. Всем всего доброго и до свидания, друзья!